Итак, отправился я сегодня в поход на кольце Бурун. Начинаю я вот от такого безымянного источника. Вот. И будем продолжать. Что будет, покажу. Что не будет, не покажу. Поднялись мы 577 метров над уровнем моря. Вот такая у нас здесь площадка. Такой красивый вид открывается. Сейчас еще сделаю общий план. Вот, на основную камеру. Хорошо? Так, в горах у нас даже еще снег. Это римская, да, дорога? Все дороги в основном римские. А. Мы идем вот туда, на тот пик. Прикинь, на такой, по такой трассе с лошадями на повозке ехать. Клево. Ну они шли ровно, сейчас она уже не поднялась. Опять скрипит, потертое седло. Более-менее ровно. Так а как ее выравнивать? Вот так вот в горах цветут крокусы. Сегодня очень тепло. Хорошо, мы подъезжали внизу, было в районе 12. Я думал, наверх поднимемся, будет прохладней. Но нет, не прохладней. Вот такая прелесть.
Пришли мы на обзорную площадочку. Красивую. Сейчас я выкатаю вид. Вот такая вот красота. О, ворон какой. Красавчик. Вот такой вид. Внизу у нас трасса Севастополь-Ялта. Так вот у нас здорово. Здесь у нас где-то 620, наверное, 630 метров над уровнем моря. Я не заглядывал сейчас высотомер. Так, 572 метра у нас над уровнем моря. Здесь вот такая вот обзорочка. Солнце, правда, светит. Так вот сделаю. Народ остановился, фотографируется. Очень красиво. Но это не финальная наша точка по маршруту. Вот такие вот вершины снежные. Так. Здесь вот такой вот обрывчик. Крутяк. Вот так вот это все выглядит. Страшно. Вот такой классный вид. Люди карабкаются. Пойдем мы туда. О, как хорошо здесь. Ветерочек прохладненький. Дует. Пройду. Чуть подальше от людей. Опа. Опа. Хе-хей. Вот такая вот красота. Солнышко светит. О, вороны летают. Так, не видно. Опа. Так. Круто. Собственно, 700 метров у нас над уровнем моря, 697. Вот такой вот имеем вид. Руки трусятся у меня немножко. Ну, в общем-то, прошли мы, получается, 4 километра, 4,05. Перепад по высоте у нас составил 272 метра. То есть мы поднимались с высоты 420 с копейками и поднялись на 700. Ну, по крайней мере, как мне показывает сейчас трекер. Вершина называется Эклизи Бурун. Вот. Такой вот здесь хороший, красивый вид. Внизу у нас он олива есть. Площадочка он вертолетная. Так это все выглядит. Такие здесь отвесные скалы. Вид, конечно, шикарный. Вот. Там вон вершины в снегу. Туда мы не пойдем. А жаль. Хотелось бы. Замечательная, как по мне, экскурсия. Поход. Сейчас я хочу подойти к тому краешку. Посмотри, что у нас там. В целом, как бы, несложный маршрут получается. Достаточно быстро. Сейчас мы устроим здесь привал, покушаем и пойдем потихонечку
вниз. Солнце светит. Очки одеваешь, очки поляризованные. До этого не видно, что снимаешь. Поэтому приходится щуриться. Юга, а что это у нас за населенный пункт туда дальше? Ну то, Форос же, да? Так, ну да, Форос. О, кстати, 100-500 раз я ездил через этот тоннель. Первый раз смотрю на него сверху. Машинки заезжают. Южнобережное шоссе. Севастополь-Ялта. По сути, по этой дороге, то есть, то мы смотрим в сторону Севастополя сейчас, по этой дороге можно доехать смело до Лушты, за Лушты, потом уже через Ангарский перевал в сторону Симферополя. Ну, а там у нас впереди Севастополь. И вот сюда не видно. Так. А в ту сторону у нас Ялта. Сейчас мы будем все вместе фотографироваться. Это Мария, наш гид. Прекрасные походы. Интересные очень. Очень интересно, много чего рассказывает по поводу местности. Такое. Я, наверное, постараюсь ссылочку оставить себе под видео. Вот, на ее инстаграм. Кому будет интересно, может быть, запишется. Ну, как бы вот так.